Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій. Напередодні відбулася 6-та районна організація, засідання районної приморської організації, чергове, Української морської партії Сергія Ківалова. Цікавий був захід, а що там відбувалося, про це нам розповість голова Приморської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова Денис Колодін. Денис, вітаю вас. Добрий день. Вчора був такий насичений вечір. Денис, розкажіть, будь ласка, як відбувалася організація, засідання організації, ця конференція, такий масштабний був захід? Ну, в преддверии местных выборов обязательно нужно было провести конференцию Приморской районной организации Украинской морской партии Сергея Ківалова. Но помимо этого, знаете, основной причиной для проведения конференции было это количество желающих вступить в партию, которых мы принимали на этом заседании. Вот именно количество поданных заявлений обусловливало тот факт, что мы принимали на нашем заседании, на конференции наших одесситов, которые изъявили желание присоединиться к команде Украинской морской партии Сергея Ківалова и выполнять все те задачи, которые ставит перед нами руководитель. Потому что большинство одесситов разделяют взгляды Украинской морской партии, и они выступили с четким желанием поддержать на местных выборах. Проходило все это в Парке Победы. Это сердце Приморского района, это красивейший парк нашего города. И на берегу пруда очень ярко, очень динамично прошло. Одной из повестки дня, одним из вопросов было, это отчет действующих депутатов от Приморской районной организации Украинской морской партии. Это Светлана Саулинкова, Дима Подгородинского, Андрея Неугодникова, которые блестяще отчитались о своей проделанной работе, потому что наш лидер Сергей Васильевич Ківалов четко ставит задачи, что депутат местного совета – это избранник людей, и он должен все свое время проводить на округе для того, чтобы знать проблемы людей, для того, чтобы помогать их решать. И вот именно таким образом наши депутаты реализуют те цели, которые ставит Сергей Васильевич Ківалов. Потому что за 2019 год у нас регламент каждому депутату был 5 минут на отчет, ну, на 5 минут, конечно, никто не смог ложиться, потому что сделано много. Нам, наверное, эфира не хватит перечислить. Но основное мы должны там прорахувати. Это благоустрой житловых будинков, прежде всего. Да, сфера ЖКХ – это то, что сегодня больше всего беспокоит одесситов. И вот, ну, во всех практически домах уже в округах действующих депутатов заменены оконные блоки на пластиковые, проведено множество парадных, проведен капитальный ремонт, отремонтированы электрощитовые, сделаны частичные ремонты кровли, сделаны капитальные ремонты тротуарного покрытия, асфальтного покрытия в межквартальных проездах. Проводятся регулярно субботники, устанавливаются лавочки. То есть депутаты всегда находятся в округах, общаются с избирателями, с людьми и реализуют их все установки, наказы, которые им говорят их избиратели. Ну, також мы должны зауважити, что кроме работы на округе, это работа приймальних депутатских, которые работают в полноценном режиме, и сами депутаты и помещники принимают одесситов. Да, конечно, помимо работы, как говорится, в поле, на округах, еженедельно каждым депутатом проводится депутатский прием, когда принимают одесситов с накопившимися у них проблемами, потому что это не только то, о чем мы говорили, сфера ЖКХ, и то, что мы можем видеть. Мы говорим о том, что есть множество перекосов в судебной, правоохранительной системе, когда, видя обездоленных, и о том, что человек не может позволить себе нанимать адвокатов, нечистые на руку чиновники это используют, и вот интересы таких одесситов отстаивают члены Украинской морской партии, проводя эти приемы. Количество обращений одно из наибольших в нашем городе депутатских, на которые даются ответы. И опять-таки по инициативе президента университета Сергея Ківалова
ведется планомерная, постоянная работа. Украинская морская партия не работает только перед выборами, она работает на протяжении всего времени. И Украинская морская партия представлена в городском совете своей фракцией, поэтому все те самые важные вопросы, которые сегодня происходят в городе, происходят благодаря тому, что Украинская морская партия занимает четкую позицию, позицию одесситов и отстаивает их интересы. 2020 рік важкий рік, і про це ми з вами теж неодноразово в цій студії говорили. Потрібна була допомога тим людям, яких ця пандемія, цей карантин багатомісячний залишив когось там без роботи, когось там без засобу там грошей там заробляти не було можливості. Скільки я розумію, депутати партії в міськраді активно підтримували таких одеситів, такі вразливі верстви населення, було кілька таких програм, проєктів матеріальної допомоги. Ну, знаете, в первую очередь в сегодняшних условиях важно сказать то, что организован центр по борьбе с коронавирусом на базе Международного гуманитарного университета, где было закуплено 10 тысяч экспресс-тестов, и каждый желающий одессит может прийти, потому что каждый день 50-60 человек бесплатно проходят эти экспресс-тесты для того, чтобы убедиться в том, что состояние его здоровья стабильное, в том, что он не болеет вышеуказанной болезнью. И важно отметить, что эти тесты у нас появились первыми. Еще коллектив университета сработал таким образом, и это все реализовалось при поддержке Украинской морской партии. Сработал таким образом, что у нас только начался разгар пандемии, у нас уже были эти тесты, у нас оборудованы палаты для аппарата. Аудитории стали палаты интенсивной терапии. Да, глава партии Сергей Васильевич Кивалов дал четкое указание переоборудовать аудитории большие лекционные на 200 человек, которые были и более переоборудованы на палаты, где установлены аппараты вентиляции легень. ШВЛ, да, которые сегодня одни из лучших у нас в стране. И таким образом это конкретный вклад для того, чтобы каждый одессит смог себя и проверить на состояние здоровья, не доведи Господь, заболев уже этой болезнью, может спокойно получить лечение в этом центре. Также один из проектов, который реализуется на протяжении многих лет, это юридическая клиника. Это социальные проекты, и медичная клиника, и юридичная. Вот это схоже, это социальные проекты безкоштовные. Да, где каждый одессит, где каждый одессит может прийти, получить бесплатную консультацию по любым юридическим вопросам, и она пользуется большим спросом, и это из проекта Приморского района выросло давно уже в общегородской, даже областной проект, потому что даже с некоторых районов нашей области приезжают для того, чтобы узнать, проконсультироваться по интересующим вопросам наших граждан. Сейчас планируется открытие юридических клиник и в Киевском районе, и в Малиновском районе, и в Суворовском районе. Говоря о социальных проектах, мы все знаем о компьютерных курсах бесплатных, которые для людей старшего возраста организованы. Потому что сегодня им нужно получать эти знания и уметь пользоваться компьютерами для того, чтобы чувствовать себя полноценным частицей общества. Сегодня без знаний компьютерных, к сожалению, уже очень тяжело существовать. И вот именно наша политическая сила реализует это направление и помогает каждому одесситу, делая вклад в то, что чтобы каждому одесситу была возможность получить бесплатное компьютерное обучение. Багато одесситів, людей похилого віку, телефонують, цікавиться, чи відновляться курси після карантину. На жаль, під час карантину потрібно було дещо призупинити, тому що це питання безпеки, питання охорони здоров'я, але після карантину всі чекають відновлення. Абсолютно чітка установка.
только будет разрешено нашим государством проводить вышеуказанное мероприятие, для того, чтобы мы не нарушали законодательство, на следующий день возобновятся курсы, и каждый желающий сможет прийти. Вот мы, анализировав базы желающих, которые записались, вы знаете, нам, наверное, придется круглосуточно работать, чтобы удовлетворить заявки всех желающих одесситов, получить соответствующие знания на компьютерных курсах. Сегодня, да, очень важно, говоря о социальных проектах, остановиться на строительстве Международной академической школы Одесса на улице Академическая. Почему важно? Потому что мы видим плотность застройки в этом районе. Ни одна школа не была построена, что привело к тому, что все существующие ныне школы, они перенасыщены. Дети учатся в две смены. А вот под руководством нашего лидера Сергея Васильевича Кивалова строится школа. 1 сентября туда уже пойдут ученики. Это школа, которая не имеет аналогов в нашей стране, там, где есть и бассейны, и все нужные лаборатории для проведения предметов. Вся необходимая инфраструктура такая шкільна, освітня, вона є. Це такий сучасний будинок. Вона не просто є, вона передовая, вона та, в которой нету в других школах. Так, и вот это очень важно, что мы, наши дети смогут учиться по тем методикам, не отставая от лучших школ Европы и мира. И сегодня проходят собеседования, набирается коллектив лучших педагогов, которые есть в нашем городе, приезжают на собеседования даже педагоги из других городов, которые могут свои знания передать школьникам. Ми можемо такий висновок зробити, що Приморський район – це таке освітнє серце, тобто серце освітньої Одеси, тут є там університети, будується школа. А крім цього, Приморський район – це така історична, така історія справжньої Одеси, дуже багато пам'яток архітектури, пам'яток історії. І я теж вчора чув і ставилося питання майбутніми представниками там в партії, членами партії, щоб зберегти цей центр, історичний центр, щоб він був не гірше, аніж там в відомих там європейських містах і столицях. Це одна із головних місій Української морської партії. Це дуже важливе направлення, тому що зберігання історичного центру є архіактуальним для кожного одесіта, для нас цілим. Тому що жемчужина, Одеса – жемчужина у моря. Чому? Тому що у нас є красивейшая архитектура в центре города, в которую приезжают посмотреть не только жители нашего государства, а и со всего мира. И сегодня беспорядочно, хаотично застраивая центр города, строим многоэтажки, которые перекрывают общие архитектурные восприятия. Мы таким образом наносим вред не только архитектурному и там визуальному центр, да. Но и самое важное, мы даже туристический сегмент, узнав, что этот центр будет исковеркан, ну, будут приезжать максимум на море, потому что к нам приезжают не только на море, а, конечно, посмотреть все наши памятники, архитектуры, здания, погулять по историческому центру сегодня очень важно. Все-таки и все усилия Украинской морской партии направлены на то, чтобы это было, исторический центр города был защищен. И мы будем делать всю работу для того, чтобы так и было. И самое важное сегодня, вы знаете, мы говорим о работе действующих депутатов, но по четкому указанию лидера нашей политической силы, весь Приморский район поделен на округа, и за каждым округом закреплен кандидат в депутаты будущий, который также проводит активную работу для того, чтобы люди знали, что у них есть свой представитель в органах власти, в органах местного самоуправления, и таким образом, обращаясь к кандидатам в депутаты, они реагируют, обращаются в соответствующие структуры для того, чтобы проблемы одесситов решались. И это эффективная позиция, когда есть свой представитель непосредственно в округах, во дворе. Коли є такий зв'язок, і цей зв'язок не втрачається, а навпаки стає більш міцним. Дякую, Денисе. Така серйозна, змістовна, як завжди, розмова. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Роботи дуже багато. Літо, часу на відпочинок навіть немає. Успіхів, Денисе. Ще раз
З вами телеканал «Репортер», як і надалі. Працював в студії Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі. Бережіть себе.